Долго удержится. Часу накажете. Возведу все, як... Наказывайте, сделаю все. Стройте на... Будет для меня приказ. Чисто накажете! Возведу все, як на прикажете! Несть сон, несть отдохновение. Возведу все, як и прикажете. Готов наказы слушать. Часу накажете. Блюду, а ще построено, будь ты справно. Довольно есть ли наказы лучника конного деля? Монахи, суть братья! Наступаем! Сия суть приказа всех деля. Лучник конный ожидает наказа. Вдохновение. Не сяду, донди же соберу. Готова служить. Стройте на
надобно. Несть сон, несть отдохновение. Блюду, аще построено будет исправно. Сделайте ряд. Исполнено будет. Копье мое служит! Вы всадники пристань! Жду наказы! Кони едят у тебя! Ожидайте наказа! Оружие тут исправно! Лучники ждем наказа! Приготовляйтесь, братья мои! Наказом следую! Барабайны ваши готовы! Котельщики! Ватники слушают! Котельщики! Поражайте бурно! Атаку побеждаю в бранях! С вами сражайтесь тесно. Напряж, не бойтесь. Напряж, мыслите о части. Повинуюсь непрекословие. The army destroyed the outer wall and entered the city. In the heart of the capital stood Novgorod's gleaming symbol of independence, the Vechi Bell. Ivan would tear it to the ground. Setting up hunting camps and surrounding towns.
Слушайте, воины! Слушайте, воины, наказы новые! Всем долг свой! Готовы есть к делу новому? Возведу все, як и прикажете. Наказы новые, судьи. Шумите! Наказы слушайте! Наказ дан есть. Приказы новые скоро будут. Не млите, воины! Ждите наказ! Честь в повиновении есть. As the fires of Moscow's wrath burned across the snow-laden city, the last remnants of the Great Republic fell to ruin. Ivan III's vision of gathering all power to Moscow was almost complete. While Ivan III consolidated Moscow's power, the Golden Horde was succumbing to discord. Seizing on this weakness, Ivan withheld tribute, equipped his men with firearms, and marched to meet the army of the Khan. On the banks of the Ugra River, the Rus stood defiant, prepared to contest over 200 years of Mongol dominance.